Получил заказ наказать хулигана, попал на скамью подсудимых. На Молдаванке произошла поножовщина. 37-летний мужчина решил расправиться с гопником, держащим в страхе весь район. К нему, как к спасителю, обратился местный житель, который постоянно подвергался нападкам со стороны бандита. Также он часто избивал соседей пострадавшего. На встречу с опасным собеседником мужчина отправился с кухонным ножом. Когда разговор не заладился, в ход пошло холодное оружие. Как он вообще повел себя? Агрессивно повел. Как именно? Кинулся. Дальше я ударил его ножом. В область шеи. Где вы нож взяли изначально? Дома взял. Таким образом, наказан будет не гопник, а тот, кто пошел на него с ножом в руках. Санкция статьи, по которой его задержали, предусматривает 15 лет тюрьмы. До чергової частини Хмельницького відділення поліції надійшло повідомлення від лікарів міської лікарні про те, що до них доставлено чоловіка з ножовим пораненням шиї, який на той момент не міг пояснити, хто та за яких обставин завдав йому тілесні ушкодження. Невідкладними заходами працівниками поліції було встановлено 37-річного малознайомого потерпілого, який причетний до скоєння даного злочину.